ну что, ребята, всем привет. Розовая кухня в деле. Вот. Но не думайте, мы сегодня готовить не будем. Мы сегодня будем пить кофе. В гостях старый гость. Да, Илюха Зверьё. Вот, давно не виделись. Писали тоже, спрашивали, когда будет Илюха, там что, когда запишите что-нибудь совместное. Ну вот, собственно, такой Серега день. Серега вызвал, я приехал сразу. Да, сегодня что? День такой настал. Вот, для тех, кто не в курсе, для тех, кто не знает, Илюха вообще вот, ну, мы с тобой уже сколько лет-то уж, я не знаю, лет... Ну, с 11 года точно. 5, наверное, я только хотел сказать. Лет 5, наверное, когда, я помню, у Илюхи еще было, 1020 у тебя было подписчиков, или 30, а у меня было 100. А теперь другой расклад, 700 и 550. Вообще труба, вот это 5 лет, но там многие думают, а что там, да, там, типа, это быстро все. Нифига, ребят, это года, года просто, да, кто-то еще вспоминает тогда... Тогда еще того еще Сергея Симонова, да, который был без зуба. А сегодня, кстати, у меня большая новость. Я сегодня только зубы вот до конца поставил. Мне поставили два этих. Как они? Ну, это мы уже до не конца, видели. Да. Уже там не внутри видно. Мы еще не видели. Нет, ну слушай, ну блин, это вот столько, сколько лет прошло. Вот. А Илюха вообще не изменился. Каким был, таким и остался. Да, только усики тоже отрастил. Да? Ну, Серега, новый смотрю. Имидж, новый имидж, короче, да. Да нет, что-то, знаешь, с возрастом, наверное, каждому мужчине хочется это такое. Ну, да, обородиться. У меня вот здесь нифига вот не растет. У меня только вот усы и вот здесь так вот чуть-чуть. Меня. Поэтому многие пишут, а что ты бакенбарды не отпустишь там еще? Ну, не растут, не растут. А кто это пишет, там, люди в 14 лет у которых возрастом... вообще еще ничего не растет. Да. Ну что, с Илюхой сейчас вот кофейку попьем, там, не знаю, что-нибудь там. Я уже на воду перешел. На воду перешел, да. Вот, угощаю израильскими орехами, финиками и халвой. Халвой. Да. Ну, кстати, в последний раз мы с тобой виделись, когда жарили гамбургеры. Барбекю. Да, 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 в этой самой в беседке. Слушай, ну не могу у тебя не спросить, ну что в ближайшее время? То есть тоже, в принципе, слежу там за твоими передвижениями, там по Европе, там везде. Сейчас чем вообще, чем дышишь, чем живешь? А где я был последний раз в Европе? Проверка. Сейчас тебе скажу. Ну, Барселону я видел. Или... Правильно? Да, Барселону. Значит, следишь. Барселону ты любишь, и я знаю, что ты не первый раз там, ты, я не знаю, там раз, ну, несколько ты. Четвертый раз. Да, несколько раз. Ну что, испанскую визу просто открывал или реально? Нет, по действующей. А, по действующей. Тебе, кстати, сколько, на два года дали? Нет, на год. На год, да? Они вот, же как первый раз дают, по-моему, да, на... Полгода, полгода, потом год, а мне сейчас на два испанцы дали. Тоже? Да, поэтому ты, главное, не изменяй. Шли получать, мы еще такие... Блин, может нам дадут на 2 года, может дадут, нет, год. Год. Притом там уже много всего было открыто. И все испанские были? Да. Вот лучше потерпи еще вот разочек, это точно тебе говорю, дадут это. А для тех, кто не в курсе, я в эту пятницу иду на собеседование в посольство США. Не знаю, что там, как нас ждет, если дадут, то вам тоже об этом расскажу. Да, притом мне кажется, от этого очень много от тебя зависит, потому что если дадут... Сколько всего в Америке можно снимать, там же сколько наших блогеров-то живет. Да, да, да. Кстати, вот я сейчас тоже плотно с ребятами общаюсь в Америке. Там сразу, знаешь, Хвостович, Дима Америка ТВ там, давайте. Да, да, да. Все. Индиана ТВ, Юра. А что, он, кстати, канал-то открыл, да? Слушай, он у него есть, но я так понимаю, что у него все видео закрыты. С чем связано, я что-то так и не понял. То есть... Опять, наверное, подписку платную ее. Наверное. А у него что же там? Ты вспомни, да, какая история была? То он там лайки, то дизлайки закрывал, то комментарии закрывал. Потом платный канал. Не пошло. Он же был у нас в нашей партнерке, в ВСП. А потом что-то у него там не зашло. В общем, короче, он вообще вышел оттуда. Ну, в общем, там какая-то история была непонятная. В оконцовке канал-то есть, но что там дальше будет, хрен знает. Посмотрим. Энтони Сноу, американцы, в общем, человек, который занимается что перевозками на траках, тоже вот все это вот старая компания. Помнишь, Давид еще? Камаз, знаешь такого? Да, знаю, да. Ну, как я знаю, я слышал, но лично не знаю. Я вот подписан. Да? Так, прикольно. А мне еще изначально на YouTube всегда нравилось, когда еще русских не было, знаешь, включать американских дальнобойщиков, как они ездят. Вот. Они что-то там делают, показывают. И вот до сих пор Давид Камаз, я его смотрю, у него часто выходит видео, как там, к примеру, из Нью-Йорка, Филадельфии. Да. Ну, в общем, не знаю, если все будет нормально, в Америку поеду, конечно, там видосы будут, ну, крутые, да, там, не знаю, то есть хочется, конечно, на Лас-Вегас посмотреть, Нью-Йорк обязательно, в Калифорнию сгонять, взять тачку. Ты это из одного города в другой, да? Но, как север и, на... Да, идея... Точнее, с запада на восток. Ну да, да, идея такая, то есть прилететь, наверное, в Нью-Йорк, все-таки начать оттуда, 2-3 дня там, ну, пока такая вот заготовка рабочая, потом взять тачку на прокат, какой-нибудь ретро, знаешь, там, типа какого-то кабриолета или хрен его знает, то есть... Либо новый спортивный мустанг. Да, и поехать, но доехать, наверное, до Лас-Вегаса, туда, кстати, мы уже так внегласно договорились, приедет и...
Юра Индиана ТВ, там сын мой приедет, Америка ТВ, да, вот, Энтони Сноу, короче, у нас там, этот самый Роман Степанов, вот тоже у него американский канал, он оружием занимается, он разработчик игр тоже, ну, такого не знаю. Посмотри, он классные видосы снимает тоже, у него, Ромчик, привет, я знаю, смотришь тоже. Вот, то есть, ну, американских русскоговорящих блогеров очень много, и, ну, с многими общаюсь, то есть, я вот надеюсь, что в Америке тоже с ними встречусь. Вот, в Лас-Вегасе 2-3 дня, вот, а после этого мы с Ромой хотим, он уже там вроде как предложил, поехать в сторону Сан-Франциско туда, он там живет, там вроде как есть возможность там поснимать тоже, пострелять по тарелочкам, вот, он там, ну, то есть, он прям серьезно этим занимается. Ну, что ты планируешь, ну, это месяц? Месяц, уже. Наверное, да, потому что все переезды там, это там, ну, и даже и перелеты, наверное, будут, как бы, такие не просто так, да. У меня была еще давно мечта, как раз смотрел, короче, если в Нью-Йорке взять машину и через месяц ее сдать в Лос-Анджелесе, то еще по деньгам выходило $2600. Охренеть. Это аренда машины. Ну, нормальный такой. Придется донат собирать. Да. На Твиче. Нет, там было круто. Ну, там, конечно, да, без спонсоров так не обойтись, либо это прям должна быть совсем голубая мечта, чтобы... Слушай, а как сейчас ты... Сейчас я не знаю, какие цены. Как ты относишься вот к этим вот всем там квадрокоптерам, вот этим всем делам? Там по Ютубу же мало кто, в принципе, нормально. Это снимает. Нормально, у меня его нету. А ты запускал, пробовал вообще, нет? Не тестил? Вообще нет, да? Знаешь, мне давно кто-то предоставлял, мне даже... Ардрон. Ну, это даже не квадрокоптер, это, знаешь, такая подобие типа, игрушка, которая, наверное, два раза взлетит и все. Там хреново, там просто камеру у нее прямо смотрит. То есть, такая, понимаешь, она не может там вниз, не может нагнуться. Ага. Она как бы снимает, что впереди. Полная хрень. А сейчас, как раз Фантом 4, когда увидел, ну, так, конечно, себе за свои деньги покупать за 100. Да, 130, что ли, он там. 130-140 да, тысяч, да, как-то да. Не хочется. Дорогой. А вот... Если компания DJI даст... Ребята, спонсоры, обращайтесь. Не, кстати, уже писал самому DJI. И что, потом молчат? Они даже со мной списывались. Что-то там... Я им ответил, дальше тем не пошла. Кондрашов забрал всех наших спонсоров по этому, по квадрокоптеру. Не, вот последний, который... Skymac, ну, даже не реклама будет. Типа, официальные дистрибьюторы DJI в России. Ага. Вообще много. Ага. Ну, тут устраивали как раз презентацию. Скидку предложили 20% за обзор. Ну, как бы от 140 тысяч 20% как цена. Ну да. Не, у... Если на нем фильмы снимать, да, окей. Ну вот чисто для канала, чтобы там, знаешь, у меня во влогах было что-то там крутое. Но тут, наверное, не знаешь, готов, я так понял, что здесь вот именно хорошо для начала, либо какую-то, вот знаешь, заставочку красивую сделать. Но это опять же, если постоянно зрители кормить этими квадрокоптерами, да, и народ устает. Я вот брал у друга в Израиле, мы, не знаю, видел, нет? Мне, да, вау. На второй день уже, фигня. Вот, сделал ролик, ну уже народ такой, да ты уже задрал там своими квадрокоптерами. Нет, кстати, у Кондрашова мне нравится, потому что это как-то вливается в общую картинку, да, в общую картинку. Он и отсюда, и сверху, и прям под музыку, а вот последнее... Опять же, посмотрим, какой здоровый, как его таскать, если вот за границу-то есть, что у тебя целый рюкзак, только вот эта штука занимает, то есть... Ну, короче, вот, если его брать, то либо какая-то должна компания по видеомейкингу быть, что-то ну, да, да. Постоянно какую-то рекламу снимать, или тоже куда-то выезжать, может, его отрабатывать. Согласен. В Москве ты не попускаешь, там тоже какие-то законы. Ну что, да, тут еще не везде летать можно. 500 метров он выше не может подниматься. Но там можно как-то перепрошить, он может там на 2 километра улетать. Ну все равно, это определенная такая, конечно, ответственность. Тем более вот в Израиле были, нам тоже там нельзя, здесь можно, здесь, короче, там целая история. Там же все, кругом все засекречено, страна маленькая. Над Красной площадью запустить, я сразу... А по-моему, было что-то такое, что кто-то пытался там что-то запустить, и там проблемы какие-то были. Ну я точно не знаю, напишите в комментариях, по-моему, что-то была какая-то, вот буквально недавно. Но кто-то пытался. Государственная там, тайна, ну, все дела. Да. Там сейчас как это? Фильмы-то снимают голливудские, закрывают все тентом, потому что в последнее время там даже по новостям был какой-то фильм снимали. Ну и чуваки, которые типа, запустили. Да? Папарацци, да. Ты сколько там подъезжаешь где-то и за 3 километра пуляешь. Может там пойти по координатам. Ну, летит, да. Снимает там, о, и все. Типа, а ты вообще знаешь, какое предназначение для него? Ну, для чего он был создан? Этот, ну, квадрокоптеры, типа... ну как он, дрон там.
То есть какая его вообще основная функция? Ну вот насколько я понял, как мне объяснили американские товарищи, то есть... Доставка этой почты, что ли? Нифига, нет. Это знаешь что, вот охрана вот полей, по периметру они летают, смотрят, чтобы там никто не заезжал, чтобы там урожай не воровали и все остальное, потому что большие плантации, там виноградники, вот эта тема. Ну знаешь, все изначально тоже идеи создавались, вот даже GoPro, она же изначально создавалась не как, типа, экшн-камера для всех. Ну, сейчас, извини, перебил. Читал просто про создание чувака, который занимался серфингом, что-то обычной камерой снимал, понял, что это как-то не очень удобно, и решил сделать такую камеру, которая будет поменьше, и можно закрепить там на носу. И вот как-то там силами собралась такая небольшая камера еще, наверное, называлась GoPro, а потом ее впоследствии уже вот как коммерческий продукт, ну, потребительский дали. А слушай, а что про GoPro? То есть там была какая-то своя там идея, что ли? Вот, это она и есть. Это и есть идея то GoPro. То есть парень, который создал GoPro, он был этим серфером. А. И просто у него пришла идея, что, блин, было бы прикольно сделать такую камеру, которую, я просто не знаю, там либо на нос этого серфа, ну, либо да. на голову. Экшн-камера, да. А потом уже пошли, да, подделки всякие, китайские там. Ну, до этого уже, по-моему, начинается какой-то третий, что ли. Раньше ты, когда GoPro первый, я вообще не помню GoPro. Вторая, не знаю, тоже была, нет. Вот я о ней узнал, когда была третья. Слушай, ну, а ты сейчас вообще на что снимаешь? Я вот смотрю, у тебя Canon, да? Какая у тебя модель? Canon G7X. Я думаю, что уже на весь интернет она популярна, потому что я ее особо, кстати, не рекламировал. Взял в декабре, получается, 2014 года. Сколько стоит? Сейчас стоит 33, можно найти. Но там уже немножко другая сейчас вариация продается. Не знаю почему. Вначале продавалось то ли это Ростес настоящая, а летом покупал супруге тоже такую же камеру, получается за 33 тысячи от 33, и немножко материал другой корпуса, наклейки другие, как-то понемножку по-другому выглядит, но смысл тот же. Ну, не знаю, ну, плюсы знаешь, какие что-то они где-то изменили. Ну, такие явные прям для тебя, вот то, что вообще вот, предыдущих не было или это что. Это как, знаешь, взять вот айфоном пользуешься, и вот через полгода они что-то поменяли, ты держишь, вроде то, а вроде вот что-то не то. Короче, сейчас стоит такая 33, но если тут задумывается обменять, то в мае... Будет новое, да? Сейчас март, апрель. Да, где-то в мае в Америке выходит Mark 2, то есть, короче, второй выпуск. И вроде как... Ну там тоже, наверное, там за 30-ку, да? А может и будет. 700 баксов. 700. Вкус какой учитывать, да? Переводите там в рубли, в гривны, там у кого чего, да? Слушай, ну а по поездкам что, какие у тебя мыслишки? Сейчас в ближайшее время. Ну по Европе, наверное, раз Шенген открытый. Или... Знаешь, хотелось бы, но что-то... Вот в последний раз на Испанию. В Испанию ездил. Ну как бы все равно не за свои деньги, это было на выставку. Слушай, а ты там как вообще сам размещаешься? Вообще в целом, как вот для тебя поездка или это турпакет какой-то, да? Ну, я знаю, вы там сами все маршруты... Нет, это про... было приглашение. Нет, в этот раз да, вообще имею в виду. То есть, сами. Ну, сами прорабатываете, да? В первые. Я не знаю, если ребятам будет интересно, хрен с вами. Почему? Расскажу. Почему? Рассказывай, колись. В 2011 году съездили в Барселоне на концерт Red Hot Chili Peppers. Это было круто. У меня даже есть об этом влог, знаешь, как круто пересматривать. На три дня... Конечно, билеты обошлись тогда еще в 35 тысяч рублей Аэрофлотом прямой. Проживание стоило в однозвездочном отеле, притом такой нормальный, 5 тысяч за 3 дня. 5 рублей. Тысяч рублей? Да, за 3 дня. Охренеть. Но тогда еще курс, извини, был. Но это на электричке меньше надо было ехать, 40. Да? Там было что-то 38, где-то вот такой вот курс евро был. Но это надо было ехать, соответственно, это Пинеда-де-Мар или где? Нет, а, прям в центре, да? Площадь Испании. За 5 там тысяч не площадь Каталонии, которая ну, в самом центре, а Испания, там где-то бывший... Понятно. Где дерутся гладиаторы-то? Ну, или, а, Коридо где была? Колизей? Или где Коридо. Короче. А, Коридо, все, понял, или ну Коридо. Да. Вот, прям там был этот отель, а сейчас вот на выставку, как раз, которую MWC, этот отель стоил за 3 ночи 300 косарей рублей. Блин, офигеть. Это просто было, знаешь... Жесть, я захожу на букинг. А там то же самое? Или вы просто снесли новый, построили? Все то же самое. Там вообще, там весь город превращается на период этой выставки в один сплошной, наверное, знаю, банк. То есть, одна звезда, три ночи, 300 тысяч. Охренеть. Ну, мне как бы апартаменты оплатили, все окей, ты туда приехал. А, вот, значит, второй раз мы там были просто так, поехали.
Потом мы еще были в Барселоне с захватом Парижа. Тоже снимали сами и жили уже в, это, помню, в квартире через B&B. В Париже что-то вам там с погодой не повезло. Что-то поливало, еще смотрел, думаю, вот-вот приехали, блин, ну, Париж, кстати, посмотреть. Ты знаешь, намного понравилось, наверное, жить в квартире, потому что ты как, вообще пропитываешься всем этим. Ну да. То есть реально испанская квартира. Потом еще в следующий раз мы ездили, кстати, не так давно, в прошлом году на концерт Maroon 5. Который был тоже в Барсе. Мы на все концерты ездим в Европу. Ну, прикольно, там, да, прикольно. И сняли квартиру тоже через B&B на горе, там Кастель-де-Филис, немножко подальше от Барселоны, и сняли машину. На тот момент за 10 дней машина обошлась, по-моему, в 15 тысяч рублей всего лишь. Офигеть. Это очень дешево. И нам так повезло, что нам дали новую машину, Seat Leon, который 15-го года был. 600 километров пробега. Новая, считай, машина. Ну, сели, да. Знаешь, прямо из автосалона, все, там, одна поездка до нас была. Ну и вот катались и жили как раз тоже вот через B&B с испанцами, они были на первом этаже, там бабушка с девушкой. И у нас был прям целый апартамент наверху с балконом. И вот у них прям, знаешь, прям по-семейному все прям очень круто. Слушай, Илюх, а что с машиной-то? Поменял сейчас, на чем гоняешь? На Форде. На том же или? В Фокусе. Или новый взял? На том же, да? Мы с тобой, блин, это... Бомжары, короче. Я на той же бэхе, прикинь, ничего не поменялось. 5 лет прошло. Только растонировал. Да, да, да. А растонировал? А что, заставили или что получилось? Нет, надоело. Сам просто, да? Все, у меня же там раньше еще это, Нагано было. Нагано все снял. Да? Понятно. Слушай, ну а что, по влогам, то есть все у тебя как бы, я в принципе смотрю, слежу, но все то же самое. Обзоры, тесты. Так у меня изначально канал-то был. На 1 апреля раскрой секрет, будет какой-нибудь краш-тест или суп из Кока-Колы. Знаешь, ничего не придумал. Ничего не придумал. Сейчас какое число? 28-е. А меня тут это. Разыграли. Уже разыграли. Ну, уже разыграли, но ролик выйдет там скоро, ребят, ничего не буду говорить, скоро вы все увидите. Блин, вообще просто по-жесткому. Знаешь, я еще долго думал. Суки, блин. А кто разыграл? Ну, я тебе потом за кадром скажу. Ладно. Просто жесть. Я охренел просто. Долго думал. Суп из колы я точно не переплюну. Ну да. Сколько там... у тебя, кстати, набрал-то сейчас? 7,5 миллионов. 7,5 миллионов. Блин. Но меня греет душу то, что, знаешь, реально этого в инете не было вообще. Да, да. Нигде, да. Ни на американском, вообще нигде. Сейчас все на расползлось. Вообще ни в гугле, вообще нигде не было. Суп из колы. И вот как мне эта идея пришла, полгода я ее вынашивал, и на 1 апреля бутс. И сейчас, да, заходишь прям везде, там, супусково. Да, да, везде, да. Везде. Ну, прикольная тема, да. Я как бы на это не претендую, но вот самому себе, наверное, приятно сделать. А вообще идея твоя была или тоже где-то что-то так думал там? Нет, своя часть. Все сам, да? Не знаю, может, меня на это натолкнуло что-то еще, но вот точно уже не помню. Ну, прям такую... У нас, кстати, сейчас в апреле, где-то, по-моему, ну, числа 15-17 будет турнир блогеров, там, ну, по силе удара. Ну, там ничего как бы такого военного нет, там просто специальный панчер, мешок, вот я не знаю, там смотрел, видел. По сумме 3 ударов у тебя из килажа, из килограмма складывается общая сумма. Ну, соответственно, кто больше наберет, тот и победил. Там 50 тысяч рублей но призовой. Почему? Приходи. Почему? Во-первых, там почему нет? Там абсолютно ничего военного нет, посмотрите, я тебя вот как бы тоже пользуюсь случаем. Приглашаю, да. Это здесь, в Москве будет, выходной день, почему нет, там много будет блогеров, пообщаемся, поснимаем. Все в один день будет, все это ничего быстро. Ничего бежать не могу. Нет, ну я смотрю, сможешь, не сможешь, не... можно просто прийти, как, соответственно, зритель, там поснимать, посмотреть, тоже будет прикольно. Я сразу откажусь. Да? Даже не буду тебе ничего обещать, просто откажусь. Понял. А то, знаешь, пообещаешь, потом это. Ну да, ну если вдруг получится, все равно приходи. Вот. Не устали там еще? Там уже длинный. Да, не знаю. Ну, давай паузу сделаем, потом уж продолжим еще. Да? Попали в влог Илюхи. Значит, и в мой тоже сейчас попадете. Мы же так делали когда-то. Можете, кстати, еще раз передать себе привет. Люди с камерами. Да. Но, правда, дома это выглядит нормально. Да, а на улице, конечно, да, это вообще жесть. На улице это выглядит странно. Так что можете еще раз себе передать привет, ребята. Ну, завели Инстаграм, этот Инстаграм, говорю, Перископ. Илюха, так что-то ты в Перископу нифига, у тебя что-то времени не хватает, да, на него? Или с чем связано? Да мне качество там не нравится. Качество не нравится. Мне просто нравится, как... Так если у тебя Samsung, мне кажется, будет прикольно, ну, картинка. Нет, ты даже если будешь на офигенную камеру снимать, у тебя в любом случае будет все в пикселях. Ну да. Это будет полная хрень. Привет, ютубик, привет, мама, я в телеке. Да, ребят.
Да, ребят, короче, видео выйдет на моем канале буквально вот на днях. Вот сейчас там смонтируем, все сделаем. Хочу Илюхе пожать его мужскую Главное, руку. Это не важно, потому что вы его смотрите. Да. Вот, сказано, сделано, просили, встретились, все, пообщались, все нормально. Илюхе огромное спасибо за встречу. Ну и что тоже. Ну, Сергей, спасибо, что пригласил. Он поил меня два раза кофе. Посидели, поболтали, у меня даже уже говорить ничего не хочется, потому что устал. Все, ребятки, чао, пока. Пока-пока.